крышу делать. Так что завтра должны, не завтра, на следующей неделе должны сделать этот самый там хаос, бардак. Так, делать эту самую проводку кинуть. Ну, от столба до этого. Как же его? Дорожечка. Вот. Сейчас надо сходить за болгарином, отрезать просто лист и вот здесь зашить. Вот здесь. Немножко. А то там вода течет. Подтекает. Думаю, справлюсь. Посмотрим, что там дальше. Посмотрим. Вот она. 24 сентября. Скоро морозы уже дарят. Но здесь навряд ли так резко, как в Питере-то точно не будет. Здесь теплее. Ветрище. Заброшенный колхоз. Здесь усадьба. Оказывается, здесь. Ну, короче, здесь эти самые картошку сажали. Колхозники. Вот. Поле, русское поле. Вон дорога еще не размыла. Нормально. Можно ходить спокойно. А здесь Казуринская таки дорога. Ну не Казуринская, так она называется. Иду к машине за болгарином. Надо отпилить. Ветрище, конечно, будет сильный. Вот мы. Вчера какие-то люди непонятные на джипарете подъезжали сюда ночью с фонариками, заходили в здание. Что им там надо было, не факт. Ну да ладно, не мое дело. Стеклопакеты поставили, все дела.